Здарова, ребят, с вами Илья, и мы продолжаем нашу охоту за годными мобильными игрушками. Сегодня мы смотрим офигенную онлайн-РПГ Хроники Хаоса. Не теряем время и поехали. Как всегда, давайте начнем немного с истории. Давным-давно волшебные земли Доминиона развивались и процветали, а люди жили в безмятежной жизнью и были счастливы. Далее армия архидемонов захватила Доминион, и тогда наступил такой темный период. Но пришло время спасать свой мир, поэтому давайте-ка соберемся и отправимся в этот бой. Здесь вы должны собрать свою армию и уже отправиться в бой. Ну, поначалу, конечно же, мы будем сами отбиваться от такой нежити. Далее уже находим сторонников, и нас будет все больше и еще раз больше. В игре нам необходимо правильно подбирать своих воинов, тренировать их, подбирать оружие, шмотки и заниматься их прокачкой. Также, конечно же, держим нашу голову, ведь от наших решений и реакций здесь зависит исход битвы. В игре нам доступна огромная карта и просто масса уровней, которые нам необходимо пройти. При этом радует разнообразие таких красочных локаций, огромное количество разнообразных противников и, конечно же, боссов. В общем, здесь все просто на уровне. В конце каждого такого участка нас ждет зловещий тематический босс, с которым уже будет, ну, реально крайне сложно. Вообще, игра от себя, скажу, очень классная, она затягивает, и здесь такая замечательная рисовка. На самом деле, игрушка получилась очень даже качественной, и при этом на телефоне она, ну, реально очень офигенно выглядит. Кстати, здесь есть также еще и PvP матчи, что тоже весьма круто. Вообще, PvP эта тема очень интересная, и круто, что на мобильных телефонах появляются такие офигенные онлайн-проекты. Вообще, игра мне напомнила легендарные RPG-игры, в которые я когда-то еще играл, и за это отдельный респект. Все ссылочки будут в описании, так что, ребят, бегом играть. И да, еще в описании есть офигенный подарок для вас, а именно промокоды для получения игровых бонусов в игре. Это, на самом деле, вам очень сильно поможет при прохождении, так что точно нужно использовать. Ну и будем на этом на сегодня заканчивать. Ребят, гоу лайки, мне будет приятно. До скорых встреч и пока.